В Центральной библиотеке имени Фазу Алиевой в рамках Северо-Кавказского международного фестиваля «Таркитау-2023» состоялась встреча писателя из Москвы Софи Ремос. Организатором мероприятия выступил художественно-публицистический журнал «Дагестан», получивший финансовую поддержку от Агентства информации и печати Республики Дагестан, а также Дагестанское региональное общественное движение «Конгресс национальной интеллигенции». В этом году мероприятие посвящено столетию Расула Гамзатова. Гостями встречи стали каспийская поэтесса Надежда Шагина, преподаватель СОШ номер 2 Маликат Курбанмагомедова, а также ученики 6 и 8 классов и сотрудники библиотеки. В самом начале встречи ведущая Надежда Магомедова поделилась интересными фактами из биографии писательницы, после чего Софья Аскаровна и сама рассказала про свой творческий путь, развитие творческих способностей и свой личный опыт, связанный с первыми шагами в литературный мир. Писательница поделилась впечатлениями о Дагестане, узнала, кто из ребят уже попробовал себя в роли писателя и дала профессиональные советы по созданию авторских текстов юным гостям встречи. В ходе мероприятия и самим школьникам представилась возможность задать вопрос детскому автору. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, наполненной неподдельным желанием детей узнать как можно больше о творчестве писательницы. Завершился вечер раздачей автографов и пожеланий от Софьи Ремос.